Добрый день всем. Мы приехали из Казахстана в Словакию, в реабилитационный центр Access, то есть сюда, с дочерью Ариной. У нее редкое генетическое заболевание – спинально-мышечная амиотрофия третьего типа. Вот, мы после четвертой загрузочной инъекции спинраза приехали сюда для того, чтобы восстановить группу мышц, которая очень сильно ослабла в процессе заболевания. На данной реабилитации в клинике, в реабилитационном центре Access, мы проходим комплекс процедур по специальной программе. Ожидаемые результаты превосходят наши. Нам очень понравился подход данного реабилитационного центра Access, так как все это проходит индивидуально с ребенком. Очень интересно проходит процедура применения всех их аппаратов, которые они разработали и применяют не только на детях СМА и на детях с другими заболеваниями. Здравствуйте, меня зовут Арина, мне 13 лет, я ученица 8 класса. Я приехала из Казахстана в Словакию, чтобы получать реабилитационный курс в реабилитационном центре Access. Спасибо вам, что вы помогаете мне восстановить мышечный тонус. Мне нравится, как проходят занятия, это очень интересно. Мои мышцы начинают работать, и это хорошо. Мне очень нравится коллектив реабилитационного центра Access, потому что они веселые, доброжелательные, отзывчивые. Я рекомендую всем желающим обращаться в клинику Access. Здесь очень классный коллектив.